Добрый день, уважаемые зрители, гости моего канала, подписчики, друзья. Хотел с вами обсудить такую тему, как назначение Ермака Андрея замесь Богдана. Считаю, что трики поклонников Порошенко, которые кричали, что Богдан там такой-сякой, Богдан представляет бывшую власть регионалу, и все стремились убрать Богдана. Но они не понимают, что убрал это Богдана, они сделали себе еще хуже. Они добились того, что на место Богдана, импульсивного и эмоционального, несдержанного, который мог бы им приносить множество различных, так сказать, бонусов для критики Зеленского, они на его место поставили косвенно более сильного, более мудрого, более опытного человека. Это Ермак Андрей. Считают, что это очень сильный противник против оппозиции Зеленскому. Считают, что парохоботы, так называемые поклонники Петра Порошенко и его политики, теперь обрели с приходом Ермака еще более грозного врага. И этот враг постепенно будет все больше и больше душить их. Считают, что этот человек непростой. Мало того, что я считаю, что он воспитан и образован, как это правильно сказать, развед организациями специальными, не знаю, а русскими или какими там ФСБ или тому подобное. Считают, что этот человек непростой, и то, что он обладает большой моральной силой, большой силой характера, это видно с его нумерологической карты. Считают, что оппозиция, которая уничтожала Богдана, совершила очень большую ошибку. Вот таким хотел с вами поделиться своим мнением. Спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, высказывайте свое мнение. До новых встреч на моем канале. Всем благополучного дня. ТВ Фокус всегда рад вам. До новых встреч.